Приятно, Мишка, твоих танчей, да? Угу. А что это, бис? С напулами. Мишке бы еще какую-нибудь глухую оборону в дополнение, и тогда да. Так, воятель. Дай поклонский боб на Мишку. 20 секунд дебаф. Бис плащ на протопала, протовара. Я, говорит, я хила нет. Ролю то и другое за 10%. Что ты ролишь? Обе шмотки. Отдавай этому. Хоть меткость доберет. Пацан. То у меня есть меткость. Ну будет еще, блядь. Больше меткости, больше попаданий белых атак. Дамага больше будет. А когда осколки закончатся? Не знаю, тут обычно когда убиваешь босса, они выпадают, поэтому они никогда не кончаются. Погнали? Да. Давайте поконтролим кого-нибудь. Хоть кого-то подконтрольте там. Ну ладно. Пришло время вызвать стаба. Да, не FPS, а консоль, да. Ваня, а тебя ник Кашимана в честь жабы, да? А ты что, аниме начал смотреть? Наткнулся случайно. Ну, мы Шиману уже лет 5, наверное. Это Наруто. А ты откуда знаешь, тоже смотришь? Не, я просто заберу Google. Тут шея лежит. Да, блин, Наруто не смотрел, а другое смотрел там. Друид, покидай омоложение, бревнышко, пожалуйста. Крутой учитель Нидзука. На Мишку. Врага скинул видео, придурки на охоте, там второе видео, когда они зайца в темноте охотились, там прикольно, кто хочет, гляньте. Там что-то там еще было, Рвпрокси. ДЦ, кинь щиток на Мишку. Тетрадь смерти. Devil May Cry, Elfin Lied. Надама Кантабри, самое лучшее аниме. То, какое? Надама Кантабри. Не, не знаю такого. Я давно не смотрел нормально. Так, чек на пул. Ретри тут. Что не хватает? Что тут? А чё у тебя печать мудрости включена? Уже 5 минут как включена. Ярость кончает, чё там готово? Так, пул. Зачем ты появилась печать мудрости? Махнула, значит.
Неплохо. Манёвр. Заюзал что-то. Неистовство, наверное. ШП паладина неистовство включает. Морвинд, бегай влево. О, я ковбой Бибоп, это тоже шинга. Ну да, да. Мне кажется, когда это... Блин, как этот фильм был? Ой, именно. Сейчас помню. Бегущий по лезвию, когда вот смотрел. Я не знаю, атмосфера как в Бибопе была. И концовка тоже, как он на скамейке на ступеньках умирает. Блин, я не смотрел. Спасибо, Даня. Только вчера смотрел. Я не смотрел, кстати, я тоже хотел посмотреть. Ты не смотрел «Бегущего по лезвию»? Ну, старый фильм смотрел, новый нет. Залейте Игоря Алексу. Да вот уже знаю, что он умрет на лестнице. Ладно. Да, я аниме, наверное, года два не смотрел уже. Ну, я больше, наверное. Просто мне на компе сейчас... А, старые не, анимешки я мальчиков смотрел. Старые анимешки стоят, и я их иногда пересматриваю так. Снова ничего не смотрел. Так, у кого Shadow Resist стоит? У меня. Вот, тогда прожмешь мастера, диплом прожмешь сатную на взлетке. Если ты спойте гимна отхил. Или людей с укусами. Раньше наберите. Не достаю слишком далеко. Так, ну можно рост. Рост. О, этот еще был, как его, про вампира сериал. Баффи. Хелсинг. Да, Баффи тоже. Еще Анджело вспомни. Хелсинг. Баффи не нравилось, вы что? Короче, маны нету, залейте Индер и Анрикс, хоть гим на мну, нечем хилить, короче. По-моему, самый лучший сериал, что был. Да, костыль. Хильте, о, да, танка, умрем сейчас все. Упадем. Со школы приходил, как раз он, по-моему, 4 часа шел по телеку. По новому каналу шел. Угу. Да, давно было. Приводы Джеки Чана. Баффи переможниця вампирів. Да, Хелсинг крутой сериал. Кого-то поздравляем. Меня. ГЦ, нихуя себе, Багруха вторая на КД. А, Джерри он же. А, Дима Грасс. Минус конкурент на плащ. За косарь давайте Багруху забирать. Ну так раньше и было. Интересно, по какой причине так было, блядь? Потому что это было без шмотка, которая нужна была всем. Так она и сейчас без шмотка, которая нужна всем. Да. Боже. Собирать за косарик такой не угодно. Просто персы, которые сейчас не ходят, наплакали на нее, чтобы было по одному. Покоритель. Оксана забирала, да, Питкин? Нет. А ты тоже рулил? Да, вижу.
плечи пойду освещу, там у вас шмотка на мишку. Как раз камень, чарка есть. Хонор фармил на эту чарку. Так, сейчас открою папку с аниме и посмотрим, что там есть. Подождите, сейчас я приду с плечами новыми. Тонский спекни с танка, пожалуйста. Ну или потанчите, пока два танка кто-то. Опа! А, бля, я тупой. Здравствуй, путник. Да хранят тебя предки. Так, если не ошибаюсь, звезду РДД, Великий Кушок. Наоборот. Да, звездочку, Милики, РДД кружок. Стоп, а не РДД круг не побежал? Да, понял. Теперь побежал. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Так, Курушицу, паразит, опции пряности, школа тюрьма. Кто школа и тюрьма смотрел вообще? Читал. Да, смотрел и читал. Забавно, аниме. Как он из солдатика этого разбил свою... Это было смешно, мне кажется. Там еще аниме есть, по-моему. Без похабных шуток. Это жизнь не мила, или как так она называется, тоже неплохое. Там вообще разврат. Манускрипт ниндзя. Поднят на вампиров. Ди. Такого уже не выпускают. А, вот это еще было. Триган. Да, это как Ковбой Бибоп, похож Триган. И еще... Там главный... А, Берсерк, вот. Берсерк, вообще классный аниме. Посмотрел, там новые два сезона вышли. О, не, новые, я посмотрел первую серию, там... Какая анимация у Боба. Просто отстой, да. Мне было так обидно. Вытащите одного полководца. Да, кстати, я забыл сказать об этом. Так а кто багруху забрал-то? Джерри. Ты им хоть отдал? Я не просил, что-то не смотрю в этот дом. Да, у меня есть какая-то танка. Джерри, ну я дал тебе багруху? Да. На, я не накинул тебе ГП, значит. Залей мне давать, пожалуйста, я вот приду. Сейчас прибудет ее подкрепление. Ну, спасибо. Бля, что ли пострелить, не могу это сейчас. Восстаньте, чемпионы серебряного. Есть сейчас какое-то современное аниме, как типа Берсерк, Ковбой Бибоп, такой сюжет. Современных аниме много вышло. Ну там сюжет средневековья, например. Или боевик, триллер какой-то. Смотри, Повелитель. Защищен они Оверлорд. О. А.
Да, это что-то про какую-то онлайн-игру, да? Чувак стал... Короче, попал в онлайн-игру, да? Да. Не знаю, по-моему, аниме про игры, там, когда чувак попадает в игру, там вообще такие ущербные аниме. Тут в Майнкрафта хватает, а там, блядь, еще сука и внуки какие-то. Так это там, как это же Лок Горизонт. Да, наподобие. Так я его смотрел, этот Оверлорд, там что-то забил. Там это не прикольно, там чувак, по-моему, с первой серии становится самым крутым в игре. Не прикольно это смотреть, мне кажется. Лучше, чтобы его понагибали, да, сначала. Ну, типа, хоть какая-то интрига была бы там по расстоянию, а то там всех убивает. А устрел кто-то Детройт город металла, анимешка, вообще четкая. Никто и смотрел? Не. Там упустили много. Есть фильм такой. Когда плачет цикада, есть кто смотрел? А, я уж это знакомое. Ремейк или основа? Ремейк хороший. Гоните дамаг за инст, пожалуйста. Так, а я еще спекнулся. Да я трэш хилил уже. А есть тут еще с хилами, потому что Эршам и Холли Пал два человека как-то долго будет. Ну и банановую давай к нам, и тут будет цены. Я уже спекнулся тоже похилить. А, все, а, я забыл про Гутербола. Все, тогда танки погнали. Три хила там за хилами. Когда плачет цикада, это мелодрама? Нет, нет, это мясо. Не для слабонервных. Ага, посмотреть. Нет, ну, как... кстати, довольно интересно, но там дело в том, что первый сезон, когда смотришь, там ничего не понятно. 24 серии ты смотришь и можешь понять, что происходит. Но зато второй сезон там поинтереснее. Чё? А, еще я вспомнил, этот аниме был «Монстр». Как за кем летает портал? Давай за звездой. Я, кстати, не досмотрел «Монстра», я его смотрел. Я тоже не смотрел. Мне начало понравилось почему-то. Ну, он сильно нудный, там дохрена. Ну, детектив. Что-то в этом роде. Скинул там в РК ссылку. Скачайте с субтитрами, особенно смотрите, не пожалеете. По 10 минут серии, но мало того стоит. Ты смотрел Ваня, когда плачет Сикада? Да, но мне ремейк больше понравился. Если они там были взрослые, они дети, но мне кажется, было поинтереснее. Что о, за ремейк? Сейчас найду. Я помню, как называется аниме, если помните, сюжет что-то вроде 28 дней спустя или Ходячие мертвецы. Просто там зомби-апокалипсис. Ну, заберите этого хер. Вот, не помню. Так, хильте рейд и диспольте болезни. Не когда плачут спать. Чайки? Что-что? Когда плачут чайки? Ну, это наподобие такое. Ну, мне больше нравится. Бананова, поднимай Доксона, Доксон, поднимешь Мушеку. Бля, все, я забыл портал, ё-моё. Он тоже кинул. Ика. Банановая, ты тут? Ну, он в коте привязался за Юльчиком. Молодец. Ты без чека, что ли, запустил? Да, но должен был прийти, наверное, уже. Мы аж 10 минут. Диспольте болезни. Не сам, диспольте болезни. Слева череп. Давайте на следующих порталах рост. Что-то не
захотелось уже Берсерка пересмотреть. Классный сериал. Лучше прочитай. Мы сейчас не в эльфийском городе. Да, мне что-то не заходит читать комиксы такие. Что-то я уже до сих пор выпускаю, это уже тоже выпустили. Все еще выпускаю. Давай, Шедудуса, выделяй Вальку, пойдем на ХП. Илика то же самое. С подавлением будет смотреть. Надо подождать. Череп слеп. Джерион то же самое. Вот. Там есть классная штука, чтобы если каждый пристыпает по 10 секунд, то только у нас выходит 30. 30 секунд это на 10% увеличивается отхил. Ух, какой его классный. Вау. Как раз не хватает. На танка кольцо. На оф. Оф кольцо. У меня в хиле? Не, подымаешь пока трэш, а потом спекнешься. Ладно, то я танчу тогда. Цуна Милика. Сейчас кнопка ролл, да. Да, надо реснуть Машеку. Смотри себе, Рейди, он не говорит ничего. Так у него микрофон сломан. Я бы сейчас рассказал про Ювентус и Рома. Пошел офкашить. Сказал по-клонски. Для... Петля... Нету как раз на танка шея. Сколько мы уже идем? Час 23. Мы не на Синдре, в Рушаме? Да, спекнитесь пока он ДД. Быстрее трэш убьем. Диплом отходи. Поклонский, если ты слышишь, спекнись в танк, поддержи трэш. Бафни Мышеку. Стрешка быстрее был. Уже 87к. Тут изучаем. Поехавший где? За любимкой где? Тима ГП сразу придет. Я по карте не вижу. Наверху стоит. Возле валитри, возле класса. Я 6 минут еще ждать. Ханты, переведите пока трэш с Синдры. Кстати, Слава, на Синдре во время дыхания выходи и заходи в форму. Скидывай стаки с себя. Я вот там не убьет, как он будет менять форму.
Во время дыхания, я же говорю. А. Ну, притяжки конкретно. Да, долго. Мама, это не бьет. На лице. Че ты подтверждаешь готовность, но не бьешь трэш? Может быть, он нас упирается. Они хоть дамаг наносят, что они, блядь, тупые такие стоят, блядь, что у них кто-то стоит. Бесполезные какие-то мобы, блядь. Надо подождать.
Как вы думаете, какой форсаж самый интересный из серии? Первый. Первый. Предпоследний. Их больше двух. Последний это где шестой? Нет, это восьмой, наверное. Это там, где чуваки в тачках спрыгивают на вертолетах с воздуха где-то на расстояние 20 километров. В этом роде. Или там, где в Дубае они там с одной вышки на другую в тачках. Перепрыгивают, я так ржал с этого. А мне кажется, в девятом форсаже они уже на Луну будут. А, не, мне понравилась там фишка, вот то, что я сейчас описал. Там они на тачках спрыгивают 10 километров высоты, им ничего. И там в конце чувак падает. То ли с моста, с обрыва, там где-то метров 40, и все думают, что он умер от этого. Переживают так. Вдруг что-то случилось. Не, ну сейф они тоже зачетно тащили так-то. Это вообще пиздец просто. А потом он сейф-то на машину кинул, вообще пиздец. Как включил нетруху там всю, как у него свой брат. Визит, да? Сказка, блядь, для детей. С красивыми тёлками и тачками. Может, не очень красивыми. Так, поставьте шкаф с умнити Руэлда в лапу, Фредди. Как вас там сдали? Да мы уже сдали. Да ладно. Куда ты идешь? Брать квест. Так уже там по МКЦ умер. Ходи обратно. Если не нитро сапоги, я прибегу. Точнее, я добегу, вы поставьте шкаф из меня. Там чувака с Sales of Brothers кикнули. Кого? Кого кикнули? Смотрим. Он молчатик. То, что плохо хилил ДЦ ВК-25. Что мы резко добирали. Смотри, нет, час. Час. 7 минут. Надо сказать. Конечно. Как у нас было, его как геновая пристрела за нами в бараке. Мы жрать все, по-моему. Пошли после этого. Банановый спекаться в Орду. Не надо, не надо в Орду спекаться. Принимай сумму. А что, 4 хила хочешь или что? 5. А, Йоши тут полипал, да? И гаттербол. Да, сверно. Си, чек на бафы. Давайте выпейте фласки. И будет рост на после первой. После первой взлетки, может, перейдем сразу, посмотрим. Да лучше спула дать, пока бурсты есть. Так спула там не 40 секунд будет взлетка. Ой, не взлетка. Ладно, сейчас посмотрим. Да там уж спула дать. Спула, ну давай спула. Все, погнали. Бля, заменили, я просто приуныл и заснул. Ну да, типа того, уже бьем Лерча.
действительно повезло. Так кто зря ты? Диплом и выйдет. Какой фридом? Ты чего, Войд? Форму меняй. Два танка. Да я понял. Отбежали все сейчас. Бомба кинется, и мы бежали со звездой, будем бить звездочку, там протопал. Все звезду сливаем. Отбежали от звезды, перебежали. Перебежали, сливайте звезду, там диплом. Но мы метки с 80к не убейте раньше. Не убейте Войда. Нет, 33. Да, все сливайте. Войда. Я не везде был. Супер. Лови. Оттяни. Так, сейчас еще один рост. Дайте еще один рост. Бля, я забыл про форму. Чего вы ругаетесь-то, бля? Я тебе же говорил, во время каста еще притяжки, меняй форму. Выходи, заходи обратно. А почему во время притяжки? Она не бьет в это время. Ты скидываешь стаки, у медведя эти стаки самые большие мешают, потому что не замедляет скорость атаки. У медведя весь агро это его скорость атаки. Ну все, я понял. Надо было после этой притяжки сразу рост давать. Переведи, кстати. Какая разница? Ну одна взлетка будет быстрее все. Ну так мы перевели, потому что на бурстах отдали рост. Ну да там все равно бы перевели. Сейчас рост совсем, кстати, был бы. Не знаю, не знаю. 2%. ДПС мало. Ну потому что у нас 2 АДК 5 и 9. Во-первых, Энх, а не Энха, не правда. У нас почему-то Керс первый по дамагу. Фанты здесь рулят. А, он фу, может 6,5. Я понял, думал 6,1. Четыре хила точно можно перевести за одну взлетку. Хз, хз. Да, там оставался лям. Даже да меньше, даже фаза пошла. Все нанесли по 2 ляма. Ну, море вент лям. Диплом под босса давай. Оксана 700 почему-то. Сразу меня. Давай под босса банану. Не бить. Будет перетяжка. Беги, малышка, беги! Сливайте метку. Пашика под босса, медики отошли. Так, на мне метка. Милики отошли. Быстрее. Сбиваем метку. Конспул хилим. Давай, Юльчик, под босса. Сливайте. Бананова под миру. А, 4 ляма, ладно, не поднимай. Доксон под босса. Притяжка. Все не меня. Беги, малышка, беги! Я еще где-то. Да я в сторону носи. В сторону. Да я там разряжался, на мне пока ПКД висит говно. Говно. Посты там берите. Память Малигаса.
какого-нибудь Маликаса, на кого-то там. На кого приставил пароль Маликаса Паласа. Нихуя. Блин, престижи память Маликаса у нас, да? Да. Там хочет один ДД кто-то на рычаг, кому шмотки надо, могу вступить. Ну что такое? Да спать пойду. Ты, Ваня, в последнее время слишком много спишь. Бля, полперого. Он скачал, что зря на трекере сейчас сидел. Аж у него уже горит, посмотреть хочет. Кого скачал? Че, нашел, интересно, ты скачал? Ты кликал, что я скачал, что я буду смотреть. Вторая ссылка. Эш против зловещих мертвецов, посмотри, там трэш такой вообще пиздец. Я, пожалуйста, туда запомнился. Сейчас. Да я видел, ну что-то последний сезон как-то не очень. Да, ну прикольно, блин. Давай ты в холике останешься. Сейчас распределим бафы. WhatsApp, ты не помнишь, сколько между вальками, между призывом времени? 45. 45. Вроде 40. Так, по стану. Первая волна, слушайте внимательно. У меня стан КД минута. Могу через волну ставить. Первую, третью, пятую. Первую вальку. А что тебе мешает прыгать в катан, набивать 5 комбо-поинтов и станить? Как ты будешь станить, если ты лишь оттанишь? Блять, на мишке стан есть. Все, понял. Поклонский кружок, ретро ромб, диплом трусы. Это первая волна. Вторая волна. Машека, кружок, ромбика Йоши, трусы, войд. И так по кругу. Я чётные, короче, трусы всегда, да? Вторую, четвёртую, шестую, да? Да. Я сейчас забуду уже. Так, подожди. Поклонский, ретрия, диплом. Диплом Машека, Айоши. Вот. Ну, если чё, я скажу. Чек на пул. Кто будет диспелить? Мисао, ты будешь диспелить? Хорошо, диспель. Давайте бафы, кушайте рыбу. А есть фласка на хп у кого-то? Да. Давай деньги, 200 голд. Ладно, у меня нету фласки. Есть у кого-то на танках фласка? Чек на ТС. Запускаю. Давайте по духам. Я первого Машека, второго напуливают. Ну, то есть я нечетный, Машека четный. И ханты тоже. Да, если они не слышали. Были, наконец, хваленые силы света. Думаю, ханты ничего не поняли. Допустим, Аюр первого духа, Кюрс второго. А Юра опять третьего, Кюрс четвертого. Чё? Я сворачивался. Первого, третьего духа напуливаешь на Войда. А, хорошо. Вы сейчас Лича на пульте, ладно, чтобы он бежал на меня. Ты его, блядь, убьёт кого-то. Каску помогу. Каску дайте и лапу. Кому еще каску быстрее? Лапу дайте, лапу. Лапу дай. Этот банан доксин. 13 тысяч миллиардов этих. Как их? Я люблю. Даже я пошла. Димон Шаркари бьем или нет? Не. Хотя бейте, ДПСа много. Мапец.
Shadow выноси. Милики ловушка. Милики перебежали. Квадрат. Каску по ТК дайте, метлом. Милики ловушка. Наступление на шарпуща. Это сняли. Ваханта. Ма. Сейчас шма будет смотрен. Висао выноси. Спель. Тань, пожалуйста, звезду, чтобы не дезориентировать меня. Давайте звезду встали. Мисао, выйди с мелизоны. Тарк, кучи второй, РДД перебежали. Ма, 3 секунды. Мировинт. Кто пока? Сейчас. ДД перебежали. Проведи миликов тоже. Все, доиграйте шаркущего, короче, не бейте лича. Че, вы что, ебанулись шаркающих бить? Че, кого вы слушаете? Перебежали, ловушка, давайте к звезде, все, не бейте лича. Роял, выноси чему. Потому что, блядь, ДПС много, а и... Надо на краю переводить имеется. Давай, выставим эту тему. Рейндж наберите. От мелизоны отойдите. Шарк этих мелких позабирает еще 3 штуки. Шар идет. Понты, листы. Не бей. Так, кружок поклонский, ретри, этот ромби, диплом трусы. Это первая волна. Графит СС на Войда и проклятие косноязычий на Лича. Шар. Это могу буду ставить. О, 6% увода. А это форма сменилась, да? Пиздец. Касал. Я чуть не обосрался. Давайте. 15 миллиардов хилов схватило, играйте в валик. Не, ромби, ретри. Застанило. Играйте через он. Че так медленно? Почему медленно застанило? Че он улетел так далеко, ладно? Куда он все... улетел? Мы его злили. Олег, я что-то прослушал, я станю что-то? Не. Так, давайте звездочку. Жок Машека. Поющий ромб. Бой трусы. Осквернение к порталу. Все остальные ред. Трона выбежали. Прош. Через кружок играем. Там, короче, Ром как-то не застанился вначале. Бежал далеко. И нарыдайте по звезде. Трусы-то добейте. Опасно. Осквернение сначала. Сквернение, потом все к звезде идем. Все, к звезде все. Дали в звездочку. Поклонский кружок, ретря, ромб, диплом, русы. А, через... Кружочки протопало. Хорошо, трусы, стань злобот. Обновили станы. Трусы играем. Машека, стань трусы еще раз. Исквернение, рейндж набрали. Ром добить. Мелизона. Неплохо, неплохо, блинк. Четвертый
вперед то сейчас, да? Да. Мышек, кружок, ромпа, Йоши, Войд, трусы. Залейте Кар... манну халипалу, если есть. Встали в звездочку. Йоши, да, станы Вальком. 3% играйте Валик. Схватили халипала первое. Играйте через ромб, все играйте. Диплом давай Сакру, искоренение в центре. Обновите станы. Кого нету станов, обновите станы по валькам. Все, давайте переводим мяча. Все на край. Станцию держим. Давайте все на край. Так. Ну кого? Там Джерин, Хилик, давайте гимна ману. Гимнеры звездочки. Шейдов ДЦ, давай гимна ману. Не лови сало вместе со мной, встань. Ты понял как. Графит, кидай по возможности на духов косноязычие. Дух, дух, звезда. Заберите звезду. Дружище, диплом, ты тут? Второй дух вылез. Все, забили на кружок, бейте второго духа. Четвертого звезда. Бейте все кружок. Так. Поклонский, поставь Shadow Resist. Не лови сало. Шарик добили, шарик добили. По команде будешь давать мастер аур. Звездопады только на комнате дают. А то сейчас Shadow Resist поставил. Ты? У меня лед стоит, могу переставлять. Короче, смотри. Ты с духом на край, я отойду с мечом. Йоши, беги, у меня сейчас хит. Не надо, в одной точке станчится дух и... Он призовет, и я подведу леча, чтобы вы били сразу вместе. А то вы потом опять будете убегать, ты ДПС потеряешь. Да мы добьем. Там половину хп у духа. Давайте кружочек бьем. Вот. Я в комнате после... остался. Ты боб прожал, наверное, да? Бабл зажал. Нельзя прожимать за одну секунду до выхода. Бабл — это иммунитет урона. Тут дольше уводить. Давайте все к трону. Че вы там каете? Видите, где звезда? К звезде идем. Диплом взрывает. СС есть на войде? Да. Лично. Может, сейчас, не знаю, битвай по Союзе. А он упал, что ли? Нет, еще не упал. Води, что ты стоишь? Хорош. Таймер сейчас сместился, духи спускаются до комнаты. Да это всегда, ну, в последнее время всегда так. Ну да, еще давно уже. Я тут. Рисковый парень, ждал нас в комнате, да? Я не знал, короче. Выходи с нами. Это старая тема, боб кидать и оставаться. И, по-моему, глыба тоже. Да. Все эффекты невизуимости. Ну, что на все. Красава. Блин, там завис. А кто у нас упал? На платформе? Нет, он в комнате. Завис. Одна секунда до выхода, лич будет рослым. Дайте еще гимнолен. Все, уже не будет. Давайте к порталу идем. Встали, присты встали у портала, спили гимнолен. Залил тебе иннер. Он дал.
Давай, ставь тотем. Иду ДЦ, ты тут? Это вис. Искоренение 3 секунды. Бананова, подними шейду, если видишь его. Давайте бафы по шеду. Вводи лича. Что-то слишком легкий лич в этом трае. Ну, мишка танчит просто. Ну, походу, да. Ты заметил, что... ДПС много, 3 минуты до Нира. Ни одна валька. Обычно не одна валька. У нас обычно так всегда. Ну, я обычно собираю, никто не улетает. Когда на каждую варку назначили 6 человек. Если они еще нормальные. Полученный урон 3 ляма 500-600. За БДК 5 лям, походу, да? Посмотри, сколько на абсорбил ты. Давайте к порталу, духи спустились. Все к порталу. Духи сейчас спускаются. А все побил. Сколько бой длился? 548 тысяч на абсорбил дикой защиты. 126 проков. Ой, нет, какие 15, может быть. Говори, а быстрее теперь... прошли. Сколько до берсы? БДК на отхилить 554к. Никак. Не, ну это задротить можно, если как мутант. Может и можно нахилить. Сколько до берсы там оставалось, кстати? Много. Не знаю, 5, сколько. 2,5 где-то так. Ну, да нет, там, по-моему, 3 оставалось. И сколько хилов? Трещет. Ни одного лука не схватило. Кажется, да? Сколько у нас один? Покажите дамаг в Валькир. Да, покажите фулл дамаг в Валькир. Мишка почти как АДК дал. И то я, блядь, прикинь, блядь, сука, я вырежу это, пиздец. Ты видел, я форму сменил, блядь. Я тупо вышел из формы, не сменил, блядь, такое тело, ебать. Не, ну АДК какой-то неопытный, походу. 5.9 и не обновлял доту на 3 валь, кажется. Этот мир... Это ж то же самое, что... Тебе повезло, что там хилка прошла, короче. Да, вообще пиздец повезло, блядь. Я чуть тебя пошел. Ой, короче, молодец. Это ж то же самое, что вару, блядь, все шмотки скинуть просто, и щиты, все пухи, блядь, просто голый вар, протовар, блядь. Чуть не сдох, сука. ХП было свет, просто. Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Пиздец. Надо прям выездить, момент. Ну, считаю, что мы 2 минуты просрали на до Сибры. Били долго профа. Долго не на морда. Мы в 2 часа уложились, сейчас вот 2 часа ровно на таймере. С пула ребра. Невозможно. Нам без вайпа все равно доп. Чё говоришь? Без вайпа все равно доп. Моя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Жесть. Галик, это ой, я ж на кота зайду, лишь на него типа там. Все кончено. Моролик, типа. Кстати, васапа, мне надо бафать эти шипы вот эти? Ну, желательно. Там есть символ маленький, чтобы не часто. У меня стоит символ дикой природы. Символ вызывающего рёва. Безграничного зрения. Oh,
трёх символов века. Эрион, будешь эрерить или как? Два зова, ебать! Изи, просто изи. Где, блядь, ФДК? Два зова, блядь. Где Терминас? Сука. Это топ лут. Ласт шмотка на энхе. Повторите эти символы. Инстинктов, трёпки и рыка. Ладно, всем спасибо, удачи. Спокойной. Еще один. Пока. На оф надо кому-то. А чё ты вот, я про увечья, короче, то, блядь, то ли я тупой, то ли чё. Я у тебя когда спек списывал, вот это вот два у тебя, по-моему, было. Или у тебя там код был? Завоеватель? Не, у меня никакого такого не было. И что мне сейчас сделать? Мне вкачать третий вместо знамения ясности, да? Конечно, знамение ясности в медведе не надо абсолютно. Просто бесполезно, очко таланта ты кинул. Ну я не знал. Я думал, блядь, проки какие-то будут. Кстати, ГЦ в идеале. Спасибо. Я единственный у нас остался без зова. Все уже, блядь. Позже меня начали собирать, блин, все уже все побивали по два зова. Да походу я. У тебя на твоем этом энхе нет зова, что ли? Жесть. Нет, тоже нет. А, на флэка. Где Теренос? Где? Каждое КД хожу за этими зовами. Где у меня Макгрегор тогда забрал, блин. Один Макгрегор забрал, другой Анкокер забрал. Че, блядь, обосрали, пиздец. ФДКшники развелись, да? Ничего, сейчас мишек понаделают, я гайд запишу. Будем ходить ФДК, мишка, блядь. Протопал. Протопал, окей. Ну, кстати, по символам, для Гро лучше вместо инстинктов увечья. Ну да, я помню, ты говорил, но я что-то решил на выживаемость взять. Питкин, мор надо было обновлять. Дот вешается на все вальки. Хотя я его не нажал ни разу на вече, блядь. Инстинкты у тебя. Ой, не прожимается, фу. Да, блядь, я прожимал вот это вот. О, хотите? Вот, знаете, почему Питкина не было? Такой слабый дамаг у Валик. Напиши ему об этом. Почему? Может он лича бил? Потому что он не изал вообще мор. А почему? Вот. Ну это не страшно. Но не у него удар в лечи мало очень. Ну конкретно ДПС будет больше, если без мора обновлять. Ну и соответственно символ мора поменять на другой. Джерин, ты тут? Угу. Конечно.